Так, друзья, добрый вечер всем. Класс, дата объявили, 27 число, 27 января, Рига. Это хорошо, мы достаточно хорошо и качественно готовимся, трудимся. Сейчас я пришел в соседний номер к Денису Беринчику, который 16 декабря будет боксировать за пояс с... соотечественником Мэнни Пакьяо. Да. Да, с филиппинцем. И что я еще вам хочу показать? Мы пришли почаевничать. Я вам сейчас покажу, как всегда, Сережа здесь. Сережа на разливе. Да, Сережа здесь. Чаек тоже здесь. Чаек у нас сегодня от обезьяны. О, кстати, а Шахта играет. Давайте посмотрим, телек включим. Давай. Замудим. Точно, кто там, подожди, а кто это посоветовал? Гоша, спасибо, класс. Сейчас, подожди, сейчас. Не, он просто написал, и мы, это, чаечек, да. Так, давай, Сань, пробуй. Сейчас пробую, чаечек сегодня обезьяна, короче, так что. А по какому каналу? 2 плюс 2, либо Украина. Тут же другой канал, совсем. Надо искать это. Чаек обезьяна, ваше здоровье. Вот эту шляпу надо убрать и все. Так, мы включили. Выключите это. Там шарматку. Ну да, просто нажми. Нет. Илюха тебе звонит, Сера. Ну, потом его разберем. Так. Так, будешь на WWC. Друзья, к сожалению, не буду на этом турнире, который проходит 14 декабря во Дворце спорта, потому что я нахожусь на тренировочном лагере в Буковеле, и я не могу уехать раньше, потому что мне нужно выполнить до конца свою работу. А вот на поединок Дениса Беринчика, Олега Малиновского, там еще ребятки наши будут боксировать, с удовольствием пойду. Так, что там? Чуть проливон сделаем дальше. Нас. Вика, сестра моя здесь. Так. Подготовка, привет, подготовка в Буковеле хорошо, да, много снега, великолепная погода. Морозик чуть-чуть отличный, плюс один, плюс три. Опять обезьяночка пошла, отлично, отлично, быстро. Сейчас проливчик покажем, друзья. Давай, замутим сейчас. Черень. Так, полилась. Чинг. И на разливончик пойдет сейчас. Видите, у нас все с собой. Все чисто по спорту. Чай, хорошее настроение, футбол, Шахтер. Да, Сань? Конечно. Ваше здоровье. Денчик, твоя ждет мелкашка. Это, кстати, Денчика вот это вот с рыбками. Карпики. Ты же боишься большую рыбу. Так я уже не перестал смотреть. Чаечек великолепно. Серега всегда как приезжает, привезет таких вкусностей всяких. И блин, и мы кайфуем, чаюшечку попиваем, гоняем чай, разговариваем. Да, сейчас покажу. О хорошем, о духовном, о
Обезьяна, прям смотрите, название. И что-то, короче... Это Нур-индзян... Лао Ча, говори, Лао Ча просто. Лао Ча. Ну, индзян Лао Ча. Он ниндзян. Простите, я не коверкаю, серьезно, просто очень... Ну, там Нун они видят, они изя. Могут и видеть. Нун изя Лао Ча. Она. Обезьянуля. Да, так. Пьем дальше. А следующий Джиншаньку. Вот Джиншаньку. Кривой Рог тут привет нам передает. Кривбас 75. Как там мелкашка заходит? Покажу вам. Дядьку Сашку. Дядьку Сашку. Блин, перекинь и переворачивается. Лао Ча значит старый чай. Молодец, отгадал, кто это написал? Я не знаю, вот... Все, приз будет. Да, старый чай, все правильно. Гол, что? Запорожье. Близко было. Не? Супер шанс на не было. А он сам из Китая. Да, о, привет, привет. Нихао. Нихао, нихао ма. Да тихонько лежи, смотри футбол. Зарё! А можно фотографию на паспорт? А можно фотографию на паспорт? Симферополь, кстати, нам привет передает. Мой миленький, родной Симферополь, привет. Родственникам привет моим, кстати, в Симферополь. Вон, тут пошла уже тема, смотри, пишут. Что-то 20, блин. Если не подъедать, то не можно. Я не подъедаю. Мы за это, за Иван Васильевича, который меняет профессию. Ты говорит, казенные земли раздаешь. Саня, чай черный пьете. Давай задеряться. Интересности. Чай черный пьем. Ну да, черный чай пьем. Не черный. Улун. Лун. Улун. Это улунчик. Это улун. Это не сливочный, это. Не-не-не. Это Сумы. Насянь. Николаев, Сумы. Мне нравится, да? Да, да. А что она выключилась? Я был покупал в этом, в чайном магазине на разрез. 75 юаней. Ну как это можно смотреть? Вот это? Не, уже включили. А мы, кстати, офигенно смотрим. У нас он такой шнур, да, черный. А где играть, Донецкий или нет? Ой, в этом. В Харькове, да? Так. Чоповичи. В Харькове, да, играть? Ой. Пацаны пошли на футбол. Артем пошел. Олег Верняев даже пошел. Лос-Анджелес, привет. На бой Василия, к сожалению, не полечу, потому что у меня подготовка, у меня начнутся спарринги. Но очень бы хотелось, потому что сумасшедший бой будет. И... В истории такого еще не было. Также Василий Анатольевич, как всегда, создает исторические поединки, красочные, неповторимые, которые оставляют множество эмоций и, я не знаю, мотивируют многих ребят, меня лично. И Василий Анатольевич это маэстро. Да нет, потому что ты когда понимаешь, что у тебя хватает энергии, ну когда у тебя хватает бензина, то ты начинаешь... Чаев, Почаев нам тут привет передает, Черновцы. Ты же можешь грамотно быть, конечно. Но вот это Луганская, Краснодонская, это тема получается. Мукачева тут. У нас тут есть молодая кровь из Мукачева. Тренируется с нами в Закарпатье. Но сейчас он отдыхает, а мы чаевничаем. Кировоград. Юрка, привет! Запорожье. Кстати, а сейчас в Запорожье идет чемпионат Украины по борьбе. Да? Кубок Украины. Да, я сегодня смотрел. Фоли там раздавал. Какой город? Ну, Запорожье. Лусь, всегда он там жонглировал. Да. Как... Запорожье по классике, да, а в этом, Броварах по больше. Дороган, Коль. Да. Территория. Франкивск. Полтава.
попал. Какой сейчас у тебя вес? Я вам скажу честно, мой вес сегодня после тренировки был 97 ровно. Я. Донецк нам привет передает. Мы тоже передаем Донецку привет. Обязательно. Херсонщина. Днепр, Москва. Всем привет. Друзья, всем большое спасибо тот, кто был с нами, наблюдал за нашим великолепным чаепитием. Мы будем дальше употреблять вкусненький чаек, смотреть футбол и общаться. Всем добра, любите друг друга. Прощайте. Обиды всякие, гадости. Да, да. И всех Александров с Днем Ангела. Сегодня день памяти благоверного князя Александра Невского. Всем добра. И занимайтесь спортом. Это очень хорошо, когда люди занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Всем добра.